Каждый раз мошенники придумывают новые способы обмана. Например, со вчерашнего вечера мне стали поступать следующие сообщения, что крупному супермаркету исполняется 30 лет, и я могу получить подарок в 10 тысяч рублей, если заполню анкету. Естественно, никаких подарков нет, и неизвестно, куда попадут мои личные данные. Никакие анкеты заполнять ни в коем случае нельзя, говорят сотрудники полиции. Любую информацию можно и нужно проверять на официальных сайтах магазинов. В ходе профилактической акции «Осторожно, мошенники» жители Одинцова предупредили о своего рода инновациях в этой сфере. Выясняют, что с вашего счета пытаются снять денежные средства мошенники. И вам, чтобы обезопасить их, нужно куда-то их либо перевести, либо также снять и через банкомат обратно куда-то положить уже на их счет. Вот, поэтому близким своим передайте, сами почитайте, там, пожилым людям. Да, это будет интересно, потому что маме моей там уже звонили. Фальшивые звонки из банков, от сотрудников правоохранительных органов, соцзащиты, с неизвестных номеров с просьбой выполнить денежные переводы в последнее время участились. Специалисты уверяют, такие учреждения не будут связываться с вами без официального уведомления. Злоумышленники придумывают новые различные схемы, формы хищения денежных средств граждан. Полиция обращается к жителям нашего Одинцовского городского округа. Будьте внимательны, если вы стали жертвой мошенничества, незамедлительно обращайтесь в дежурную часть управления. Или звоните по телефонам 8 495 593 1062, 593 2065, 02 или 112. Полина Бахова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».